Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто прохожие. Сегодня 9 мая, день Великой Победы над фашистской Германией. Знаменательный день, с чем вас, собственно, и поздравляем. Прошедшая с момента предыдущего выпуска NGN Weekly неделя была весьма занятной для нашего канала. Число подписчиков перевалило за 500 человек, за что вам, наши няши, спасибо. Мы получили партнерку, за что опять же вас благодарим. Наш автор ждет новое железо. Благодаря апгрейду ожидайте более качественный и разнообразный видеоконтент. Были и не очень благоприятные для канала события. В последнее время были жуткие завалы на реальных работах, из-за чего лицезреть мы могли лишь записи посиделок Бриариуса и компании, вместо желанных обзоров. В мире же ММО за последнюю неделю событий было же куда меньше. Однако, несмотря на практически полное отсутствие новостей, четвертый выпуск NGN Weekly выходит строго по расписанию. И в этом выпуске вы узнаете следующее. Как отмечают праздник русскоязычное ММО? Earthrise First Impact – очередное пополнение у Sandbox MMORPG. Дни рождения и знаменательные события ММО-проектов. Рекрутирование бета-тестеров на китайский Arch Age. Неудачные старты тестов и другие забавные эксцессы. Чем порадовало PlanetSiders 8-е глобальное обновление, а чем грозит 11-е для игроков The Lord of the Rings Online? Что потестить? А также некоторые другие новости в четвертом еженедельном новостном дайджесте от канала Nyan Games. Девелоперы из Wargaming.net хвалятся своей прибылью от World of Tanks. За 2012 год танкисты принесли проекту почти 218 миллионов евро общего дохода. Чистой же прибыли куда меньше, всего 6,1 миллионов. Весьма крупные суммы для весьма не самого шикарного ММО-проекта. Не отходя от танков, поговорим о реальных кражах нереальных предметов. Белорусской милиции был задержан 15-летний школьник, который украл премиумный танк у 30-летнего военнослужащего игрока мира танков стоимостью в 300 тысяч белорусских или 1000 российских рублей. К сожалению, срок за решеткой малышу Плохишу не грозит. А как вы относитесь к донату, уважаемые подписчики? Ответы в комментарии. Самая задротская, но и самая глобальная и продуманная sci-fi MMORPG EVE Online празднует свое десятилетие. В честь этого 5 числа на просторы открытого космоса Евы выходил целый флот под руководством самих разработчиков из CCP, дабы запустить фейерверки, а заодно и провести ивент, цель которого было в уничтожении корабля любого из разработчиков. Помимо этого проводился тотализатор с возможностью выигрыша игровой видеокарты GeForce GTX 680 и коллекционного издания игры. К слову, празднование десятилетия еще не окончено. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальной странице EVE Online в Фейсбуке. Многопользовательский шутер Defiance от Trian Worlds первый месяц своего существования, несмотря ни на критику от различных игровых изданий и порталов, а также завышенную стоимость самой игры, поделился новостью, что количество зарегистрированных аккаунтов перевалило за миллион. Что ж, поздравляем! Также сообщаем, что в самой игре проводится специальный ивент, где самый успешный нагибаторский игрок имеет возможность попасть в одноименный сериал. Точнее, не сам игрок, а его игровой персонаж. Ивент заканчивается 12 мая, так что советуем поспешить. PvP MMORPG Camelot Unchained успешно провела свою кампанию на Кикстартере, и теперь проекту достаточно зелени для полноценной разработки игры. Что ж, порадуемся и отправимся дальше. Warface от украинского отделения Crytek в честь 9 мая ежедневно начинает дарить 7 кастомизационных атрибутов времен Второй мировой, вроде шапок-ушанок и пилоток, а также на 7-й день автомат ППШ-41 и пистолет Люгер. Выдаваться же подарки будут автоматически при ежедневном заходе в игру до 12.00 14 мая. Браузерная пошагово-тактическая MMORPG Eagle Tactics перешла из стадии открытого бета-тестирования в стадию полноценного релиза. Более-менее развернутое описание игры в первом выпуске NGN Weekly. GameXP поздравляет своих игроков с 9 мая, и в честь этого в своих проектах, таких как World of Dragons, Avatarica, Lost Magic, Repels и других, дарит различные подарки, от бустов опыта и денег до праздничных костюмов и так далее. Старт закрытого бета-тестирования перспективной песочницы Origins of Malu, который проходил 4 мая, потерпел крах. Из-за большого наплыва игроков сервера слегли на технические работы. Однако, благодаря недремлющим разработчикам из Badging Dog Studio, проблемы быстро устранили, и игроки вновь отправились отстраивать свои домишки на территории огромного фэнтези мира, выбрав под контроль одну из четырех доступных, крайне интересных рас. К слову, если вы не получили допуски, советуем зайти на сайт Alienware Arena и добыть там бесплатный ключик. Говоря об игре, мы бы вам ее показали, но, увы, NDA.
8 мая стартовал закрытый бета-тест очередной моба-игры в необычном для подобного жанра сеттинге под названием Infinite Crisis, где под свой контроль можно взять практически любого героя или злодея из мира DC комиксов. Когда же стартует открытый бета-тест, разработчики из Warner Brothers пока не сообщают, однако, как это обычно бывает, все зависит от результатов ZBT. Идет прием заявок на закрытый бета-тест Earthrise – перспективный и с виду интересный MMORPG-песочницы в открытом мире в sci-fi сеттинге. Данный проект обещает подарить игрокам свободную систему скиллов, кооперативный геймплей, широкие возможности крафта, 8 разнообразных фракций, свободное PvP, контроль территории, эпичные схватки с боссами, насыщенные на события миссии, достойную картинку и прочее. Что ж, бежим регистрироваться на бета-тест, который запланирован на скоро, и конкретных дат пока не сообщают. Компания Tencent объявила начало регистрации в закрытый бета-тест китайской версии ArchAge. Сбор заявок начался 5 мая и продлится до 12 мая. Для регистрации необходимо указать номер вашего мобильного телефона и скачать специальную программу, которая оценит конфигурацию вашего компьютера и качество соединения. Сам клиент станет доступен для скачивания 17 мая, а 22 уже начнется бета-тестирование. Когда же стартует закрытый бета-тест русской версии игры, пока неизвестно. С 7 по 9 число мая проходил закрытый стресс-тест дьяволоподобного аниме-экшен-РПГ Dungeon Striker от создателей ураганной Dragon Nest. Открытый же бета-тест запланирован на 15 мая и пройдет лишь на корейских серверах. Фри-то-плейная Tower Defense Prime World Defenders перестала быть фри-то-плейной и появилась в Steam и стала стоить 9.99 вечно зеленых, а с текущей скидкой на 2 доллара меньше. Для тех, кто не в курсе, что это за игра и какое отношение она имеет к миру ММО, то вкратце расскажем. Prime World Defenders – сингловая Tower Defense стратегия, выполненная в сеттинге мира моба игры Prime World, которая пользуется успехом у множества игроков. Разрабатывается и издается же игра отечественной конторы Nival, которой претензий практически нет. На европейские сервера масштабной PlanetSide 2 было установлено очередное 8-е по счету глобальное обновление. Данный апдейт подправил не только уже из имеющегося вроде оптимизации, устранения багов и правки баланса, но и привнес в игру новый тип транспорта – трехместные баги Heresy, которая выглядит очень круто и идеально вписывается в общую ахинею PlanetSide войны за Ауракис. Когда же данное обновление дойдет до русского клиента, одна иного знает. Совсем недавно на англоязычные сервера The Lord of the Rings было установлено крупное обновление Helm's Deep, и уже 13 мая игру посетит очередной апдейт. Имя же нового обновления – Treachery of the White Hand, и оно добавит 5 новых локаций, бои верхом на скакуне, а также возможность выиграть VIP-подписку. К тому же стоит обратить внимание, что если вы давненько забросили игру, но при этом имеете свою недвижимость на серверах Lord of the Rings, будьте готовы к тому, что разработчики в скором времени разнесут ваш домик в щепки, дабы не загружать мир пустыми жилищами. Хотя зачем вам переживать, если вы забросили игру? Контора Sony Online Entertainment назвали дату выхода нового глобального обновления Origin Crisis для геройской MMORPG DC Universe Online. 14 мая данное обновление, которое 7 по счету, принесет в игру доступ к набору сил Quantum, благодаря которому можно будет управлять пространством и временем, а также апдейт даст игрокам возможность посетить альтернативные версии Готэма и Метрополиса, которые пострадали от игр со временем. На игровые сервера сессионного экшн-симулятора про здоровенных мехов MechWarrior Online было установлено обновление номер 16, которое подарило игрокам нового героического меха Misery, обновленный набор пробных мехов, возможность раскраски героических роботов, новый камуфляж для Буканье, кастомизационные статуэтки мехов для кабины пилота, безлимитный список друзей, а также различные мелкие правки в интерфейсе геймплея, вроде добавления опций регулировки яркости, а также улучшенные уведомления о входящих сообщениях. Фри-то-плейная версия Terra Online празднует свой день рождения, а также радует игроков новым апдейтом. Данное обновление дарит игрокам новые рейды на 10 и 20 человек, Killsake, новый Battleground 20 на 20, а также проводит различные ивенты с убийствами монстров. Разработчики из Crytek анонсировали крупнейшее обновление для своей стрелялки Warface, которое подарит игрокам возможность побегать и в PvP, и в PvE на территории Азии. Обновление привнесет две новые карты для PvP, одну для захвата флага в антураже престижного банка, вторую для подрыва на просторах шикарного небоскреба. Более подробно про обновление можно послушать в специальном видеодневнике разработчиков. Отечественная Prime World также потихоньку развивается и в последнем обновлении подарила игрокам возможность создавать договорные бои команда на команду, а также различные кастомизационные плюшки, вроде скинов для игровых персонажей. Ну вот и все события, которые были замечены нами за прошедшую неделю. Очень надеемся на большее разнообразие текущей недели.
Игрой же недели стала, как это было видно по последним видео на канале, игра от гигантов WebZen под названием Arctic Combat. Данный ничем с виду не примечательный бесплатный шутер от первого лица, который и клон Call of Duty, и пародия на Контру, и очередной шутер в вагоне шутеров, как вы можете написать в комментариях. Однако, несмотря на общую стандартность, как в разнообразии имеющегося оружия, так и в видах доступных игровых режимов, Arctic Combat способна подарить игрокам сотни часов сбалансированной, ураганной, зашкаливающей на адреналин игры, где не рулят ни донат, ни уровень. Отдельное спасибо разработчикам за прекрасную реализацию стрельбы, которую практически ощущаешь. Приятную систему киллстрайков, реально эффективный нож, а также за хардкорный PvE режим Defense, где игроки в размере 4 рыл защищают реактор от волн разнообразных пришельцев и боссов, а в награду получают огромное число валюты и бесплатного оружия. На этом и подходит к концу 4-й выпуск нашего няшного новостного дайджеста по миру MMO NGN Weekly. Спасибо всем за просмотр, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, а также заходить к нам в ВКонтакте на gamer.ru. С вами были NeonGames и MDL. До четверга!